Теперь на первом этаже работают 4 специалиста, готовых предоставить населению услуги по оформлению и выдаче документов, получению технических условий, согласованию проектов, а также помочь в решении других вопросов по обслуживанию абонентов Сочинского водоканала. Руководители предприятия позаботились не только о качестве работы окон, но и о комфорте клиентов. Если раньше мы принимали возле одного окна одного-двух человек, сейчас мы можем принимать до 5. Мы учитываем то, что очень много к нам обращаются людей в возрасте. И для более комфортного их общения мы уже сделали так, чтобы люди не стояли, не толпились возле одного окна, а чтобы имели возможность присесть и спокойно пообщаться и получить качественные услуги от нашей организации. Для того, чтобы процесс выдачи и оформления документов производился быстрее, был увеличен и штат сотрудников. В каждом из 4 окон принимаются обращения граждан. Прием граждан ведется ежедневно, кроме выходных, с 8 до 19 часов. А в пятницу получить услуги можно до 5 часов вечера.